30-я пара. Илья Шорохов, Красный угол. В синем углу Александр Королев. Город Железнодорожный, Московская область. Работаем. Саня, давай, Саня,
Проваливай. Хорош. Дергай. Георгий, дергай, Сань. Давай, давай. Саня, концовку надо. И мы ножки. Концовку. Александр Королев. Московская область, Саня. Город железнодорожный. Надо не работать по низу. 2000 года рождения. Первый юношеский разряд. Провел 16 боев, 12 побед. Синяя перчатка, технический разряд. Тренируется под руководством Александра Вакаря. Церемония награждения готовится Станислав Некрасов. Затем к выходу в ринг готовятся финалисты веса 75 кг. Третий раунд, Владимир Саша. Владимир Штибин, Москва. Саня, раунд за тобой, давай, давай. Какой раунд, Саня? Саня, работай. Вот. Саня, Саша. Сань, больно, не работай. Легче, Саня. На дистанцию. Ножка в голову давай. Саня, он тебя провоцирует. Саня, работай, провоцируй. Мягче, мягче. Не сближайся, работай на дистанции. Ура! Красавчик, еще мяжу в голову. Даже ножкой в голову. Саня, легче. Саня, работай левой, работай, Саня. Выстреливай левой, левой, левой. Саня, лучше, давай. Давай, вот так, по низу, Саня, по низу. Саня, смотри, устал он, давай, концовка твоя. Саня, левой ногой, работай, больше не голову. Саня, голову установи. Шел в сторону. Шел в сторону. Покажи пальцы. Саня, работай, работай, не ходи. Одновременно. Решение вынесено. Сань, концовочка нужна. Лиша, ножки в голову и все. Ангар, Олег. Ножки в голову. Сань, ножка работает. Работай. Че делаешь, блин? Решение контакта. Легче работать. Легче работать. Сразу. Саня, работай, работай. Давай. Ногами работай. Сань, не жди. Не жди. Штибин Гевич. 31-я пара. Весовая категория свыше 75 кг. Бригада судей работает в том же составе. Thank you.
назад. Еще. Победу в бою одержал и завоевал звание победителя первенства России среди кадетов весовой категории до 70 килограммов Илья Шорохов. За третье место в этой весовой категории награждается.